все-таки одним из самых удивительных впечатлений, которые в Академии Вивариум Новом на вилле Фальконьери, где базируется центр нынешнего европейского гуманизма, это закаты. Некоторые мои коллеги просто специально выходят этими закатами любоваться. Я, к сожалению, в основном упускаю это зрелище, хотя это бесконечно красивое, такое пестрое, разноцветное небо над Римом, конечно, не может не впечатлять. В раскате на террасе, а внизу простирается вечный город. А люди вокруг все говорят на латинском и древнегреческом языке. Я здесь больше 20 раз был. И каждый раз как будто впервые. Невероятно красиво. Хорошего всем вечера. А еще все-таки пожелаю вам и мне, чтобы наконец-то гадская война закончилась. Будьте здоровы.